строительная отрасль достаточно сильная в Тюменской области. Застройщики в подавляющем большинстве, которые присутствуют на рынке, имеют достаточно длинный, так сказать, опыт работы на рынке. Вот многие из них имеют достаточно хороший опыт общения с банками. Поэтому я надеюсь на то, что в Тюменской области вот та непростая реформа, которая сегодня происходит в жилищном строительстве, должна произойти без каких-либо катаклизмов. Ну и плюс к тому, что у нас всегда в региональном продукте жилищное строительство занимало немалую долю. Вот, власти уделяли этому достаточно серьезное внимание, и взаимодействие между субъектами, муниципалитетами, застройщиками было таким достаточно плотным. И сегодня очень важно здесь еще подключать банковский сектор. Вот, взаимодействие это есть на данный момент, и мы пока не видим, что у нас здесь должны возникнуть какие-то, ну, такие красные точки напряжения, как мы говорим. Поэтому уверен в том, что вот эта реформа на территории Тюменской области должна произойти без каких-либо катаклизмов.